Всем привет, друзья. Всем добрый вечер. Что, приехали? Нет, они еще в Отслеживаем, где Дима сейчас у нас. Березовки. Красноярск еще, приехали? Нет, еще область. Недалеко от Березовки. Вон, видишь, это где позиция? Саша отслеживает. Отслеживает. Что отслеживает-то? Не показывает тут ничего. Секреты, да? Там у нас попкорн хлопает. Когда мы поедем, они возле Березовки. Мы там будем таскаться с чехлами и искать себе жилье. Ну, Николай тоже сказал, что таскаться. Да, там не будет автобус. Мы будем пешком ходить. С чехлами. Понятно. Только с тренировки пришли у нас ребята. Они вот уже практически красноярские. Так, Ванюша у нас собирает конструктор. Получается? Сегодня вам обзор немножко покажет, только другой модельки. Которую он уже давно собрал, да, Ваня? Вот поддержите, это. Пожалуйста, Ванюшу лайком. Ага. Он очень старался. Снимал для вас. Вот. Так, Сёма у нас спит. Ребята с садика приехали. Доча, Алиса с тарелкой тут уже третью тарелку эту носит. Смотрит мультики. Да, остуди. Надя, поставь ее тогда на стул. Все, ей хватит. А то она это... Сегодня запекала рыбку в духовке. Вот все, что осталось. Саш, что за рыба-то была красная такая? Голец. Голец, очень вкусный, кстати. Ой, ну ладно, вытяжку хотела выключить. Пахнет попкорном, пускай. Протянет немножечко. В общем, звонили сегодня Диме. Все там хорошо у них. Он обещал видео скинуть попозже. Если скинет, я вставлю в это видео. И Саша сегодня был в Иркутске, забрал Димины очки, да? Все хорошо? И нам подарили еще линзы. Покажи. Шесть линз. Дай посмотреть очки. Где они у тебя далеко? Потом на Диме уже посмотрим, как будет смотреться. Ну, Дима-то их мерил. Дай это. Ну, ладно, раскрой нам. Садись сейчас, Надя нам покажет. Надо руки вытереть. Иди вытери, ну. Линзы только руками не трогай. Это 6+, а вторая? Что такие пластиковые? 0,5+. Ну, Надя. Я все вижу. Вот такая а эти мутно видно, а этим нет. Ну, ты долго не носи, это вредно. Снимай. Почему? А, это специально? Ну, естественно, ему же на больной глаз там сделали. Линза добавлена слева. Там толще. Кстати, видно, да, что толще. И так это прилично видно. Ну, что сделаешь-то? Я думаю, у меня еще тоже. Мы теперь решили всех детей обследовать, понимаю, но постепенно. Он видит вот так сейчас, с этой глаз. Снимай, а то навредишь себе. Это не шутки. Так, в прошлый раз про линзы говорили мы, что плюс 6 линз нет. Угу. И нам сказали, ну, писали подписчики, что плюс 6 линзы есть. Да, подписчики правы, плюс 6 линзы есть и плюс 8 линзы есть. Но у нас другие линзы совсем, другая конструкция, как мы сегодня объяснили. Мало того, что они плюс 6, но там еще и цилиндр 1,75. Кто понимает в этом, тот должен понять, о чем я говорю. Линзы плюс 6 с цилиндром 1,75 нету. У нас в Иркутске, по крайней мере, нету точно. Угу. И вот они сказали, что они заказывают линзы компанию Johnson & Johnson, вроде как, если я не ошибаюсь. И эта компания действует по всей России, склады у них и в Москве, и везде. И таких линз, они сказали, нет. Плюс 6. Цилиндром 1,75, да. Вот, поэтому, если где-то кто-то информация есть, где можно такие линзы найти, плюс 6 цилиндром 1,75, то напишите в комментариях. Мы попробуем заказать там. Потому что нам сейчас дали линзы простые, плюс 6, но они немного ему могут не подойти по характеристикам. Поэтому имейте в виду. Угу, что-то нам... Вот. Поэтому подскажет. Это наша в Москве, вина, может быть, что это мы не дали точную информацию. В рецепте написано прямо плюс 6, линза, ну, в смысле, этот контактная линза плюс 6 и цилиндр 1,75. Максимум, что можно найти у нас в Иркутске, это плюс 4 с цилиндром 1,25. Угу. Вот. А у нас другая маленькая там характеристика линзы. Поэтому таких линз сказали нет.
Ну, может быть, где-то вылезет как-нибудь, не знаю. Ну, может быть, вы подскажете нам, может, в Москве есть или да, как-то. Ну, может, кто писал, что линзы кто-то приносит, потому что в курсе, где, ну, где можно заказать. Может, мы как-то линзы с вами свяжемся и через вас закажем. Чтобы просто посылочка вышлите, и все, мы оплатим. Так, папа у нас там чинит кресло. Или уже починил? Починил уже? Все? Я не чинил, я регулировал. А-а-а. Ну, думал, помягче пружина будет. Ты что? Она нет, она твердая жесткая. Слишком, да? Вес у меня маленький для этого кресла. Ну, ты тонешь в нем. Ну, с рук покупали кресло Саше и мне. Мужчина один переделывает их или как? Ну, обшивку меняет. Да, все. Меняет обшивку, по дешевке продает. Ремонтирует вообще. У меня еще нормальная, а у Саши слишком глубокая. Мама, я разгонял. Сделал, собрал? Мама, я разгонял. Молодец. Там опять она поехала вот так. Опять сделалась вот так. И опять вот так поехала. Угу. Хорошо. Мы тут с Семеном гуляем, да, Семен? Семен. Воздух выпускаем. Ждем, когда же воздух придет к нам. Он хрюкает. Ну, потому что он лежит, срыгивает и потом хрюкает, ходит. Ну, вот хожу, спускаю с ним воздух. Вроде спустили, все, положили он опять. Ты куда тумбочку понесла? Доча. Ну все, перестановки. Как у всех женщин. Такая маленькая, а уже перестановки у нее. Семочка. Семка. Семка. Хомяк. Мама, я приехал. Хотела по-тихому зайти. Они тут что-то разговаривают друг с другом, договариваются. Мама тут палит стакан. Семка, прикинь. Язык тебе. Да, где мама? Где мама? Мы его так развлекаем, чтобы он нас не уснул, чтобы потом умаялся и спал ночью хорошо. Бу. Ну. Хоп. Все, все, все. Делаю ему штаны, носочки потеплее. Мне кажется, ножки у него холодные. Что, холодно, что ли? Ну, я его раздела, ножки холодненькие, а дома тепло, да. Ну, потому что он худенький. Да, конечно, я вижу, какие худенькие у него щеки. Да. Приехал? Они тут с Алисой гоняют. Ничего себе. Покажи, какую папа тебе машину купил. Вот. Жигули, да? Да, Жигули. А что там у него? Ее открывается. А ты с Лялей играешь, да? С куколкой. Открывается, нет? Вот так вот. Какой? Нет, багажник не открывается, а капот какой? Открывается. Платье? Да. Ну ты не отрывай покажи. Сердечко у нее, видишь, там платье красивое, и вот. Тапочки у нее там, капот или что там. Видишь, мама? Туфельки, да. Ты покажи, открой капот. Вот там есть двигатель, нет? Ну-ка, покажи мне это. Есть. Где там? Это Саша сегодня купил. О, точно, двигатель есть. Саша и Ваня там. Двери, ну. Да. Я побежала. Давай, беги. Ну что? Фигу показываешь маме, да? Ну ладно, я пошла. Развлекайтесь. О, у Вани маленькая другая машина. Как всегда из Лего, Ваня ее собрал. Играет со Славиком тут. Молодцы. Эй, тук-тук. Товарищи жильцы, покидайте, пожалуйста, квартиру. Сейчас будем производить уборку у вас. Давайте, давайте, выходим. Натаскали сегодня здесь с первого этажа туалетной бумаги. Давайте, давайте. Не шикай на меня. Что ты на меня шикаешь? Что ты на меня шикаешь? Давай, 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 давай. Еще уходить не хочет, а? Где второй-то? А, второй там колесо крутит. Вот ты где спрятался, да? Давай приберем немножечко квартирку. Ну, а? Давай. Чтобы чистенько все было. Ты все уходить не хочешь, уходи, говорю. Уходи. Давай. Приготовила банку. Здесь обычно их пересаживаю, пока буду убираться, они не посидят. Ну, они не выпрыгнут, ничего, она высокая. А я, значит, почищу клетку, помою, положу обратно новой туалетной бумаги, водички нальем, покушать. Ну, в общем, уборка у нас, да? А то насвинячили здесь. Так, сейчас их главное отловить. Ой, где вы там? Вы что спрятались какие? Это кто тут насвинячил так, а? Кто тут насвинячил? Вот еще поймай их.
Ладно, мы сейчас сделаем по-другому. Что-то я не догадалась. Где там? Вот он. Вот такой вот товарищ. Всем привет, всем привет. Так, где еще один? Ой, вот этот вообще нервный такой. Не шикай на меня. Вот он, вот такой вот. Хулиган. Вот. Ожидайте, пожалуйста, пока у вас уберутся. Ну, конечно, от меня надо отмыться. Моются сразу. Что-то человеческим этим запахло, да? Запахом. Не вашим, мышиным. Хомяковым. О, моются уже все. Пошли отмываться. Ну ладно, мне тут надо все это выкинуть и помыть. Оп. Че? Лейкопластырь нашла. Понятно. В общем, поставила пока здесь. Пипика. Пипики твои, но. Будем убираться у них. Пипи. Но не надо их трогать, а то ты их еще случайно выпустишь. Мама. Вон они играются все время так вместе. Забавно. Ой-ой-ой, смотрите, как они играются. Это, кстати, очень они так подловить сложно, а то они прячутся все время. Все помыла чистенько и просто вот так бумагу кладу, вот такую серенькую дешевую, и они потом сами себе там нагрызут сколько им надо, в домик унесут. И доча, смотри, мы сейчас корм еще насыпем сюда. Вот так вот корм ставим, тут уже смесь готовая, все для хомячков покупаем в зоомагазине. Вот наша чашечка прикрепляется, и, наверное, в домик еще немного положим ваты. Так, положила ваты. Все, будем пересаживать наших жильцов. Слава, сейчас подожди, пересадим хомяков. Ты опять щетку берешь? Да. Так, поставлю вас сюда, это мне неудобно. Ну, пойдемте, друзья, товарищи. Ну-ка, оп. Еще один. Вот. Ну, как вам? Все чистенько, да? Комфортно? Надо было еще... Дай-ка иди сюда. Сейчас. Мы вату первый раз положили. Говорят, можно. Ну-ка посмотрим. Нравится тебе, нет? Я буду. Во. Они любят зарываться в всякие бумажки. И тем более в вату. Я думаю, будет им приятно, да? Приятно вам будет? Да. Ну все, Алиса, мы убрались, да? Нет. Иди унеси это во второй туалет, пожалуйста, бумажку эту. Поставь на полочку. Ну все, конечно, теперь будут кушать. Довольные, счастливые. Угу. Сема засыпает? Да. Это же его? Да. Ты что там, микрофон разобрал мой? Переделки? Мама, можно я унесу свою? Кого? На, наушники Славины. Что хочешь сделать? А, петличку Саша мне, наверное, делает, да? Микрофон бы на сто делаю, чтобы ты его прятать могла. Всем привет. Мне купили конструктор электрический. Снегоход. Может ехать на снегу. Есть пульт. Открываются двери. Есть блок. И вот это. Я это не знаю. А можно вот так, а можно вот так включать. Он работает вот так. А стол вперед ехать. Ну а сразу две кнопки вперед. Вот так. А стол назад, ну а сразу две кнопки назад. Когда я включил блок,
выключается вот так выключается. Вот так не едет. Если выключить на пульте, то тоже не будет ехать. 13 наклеек. Еще там 9 батареек. На пульте показано нарисовано синее и красное. Здесь тоже синее и красное. Здесь есть фага. Здесь и здесь есть зеркала. Вот так учатся сестренки. Вот. В коробке нарисована одна модель. Здесь 3 батарейки и здесь 3 батарейки. И в пульте тоже 3 батарейки. Лего оригинальные. Гусеницы очень большие. И сюда можно что-нибудь положить. Вот моторчик и вот моторчик. Здесь оранжевое, а там красное и синее. Здесь была антенна. И еще есть вот такие детали, которые гнутся. Вот так. Ездит очень быстро. Сюда можно прикрепить камеру. И сюда. Здесь выключатель. И на приемнике. И на вот этом. На пульте так. И сзади так же. А значит, что вот это пульту должно быть вот так. Здесь черные гусеницы, вот черные, вот такие. Если сделать вот так, то может закрыться. Вот там, прямо. Вот так торкает. Там нету подвески, просто только вот так. Гусеница может держать за моторчики, а может держать за блок. Можно за вот это держать. За кабину можно держать. А за вот это нельзя держать. Можно еще за вот назад держать. За вот это нельзя, потому что оно отстегнется. Вот здесь большая гусеница, и здесь тоже большая гусеница. Вот так открываются двери. Вот. Здесь нарисованы стрелочки, сломаны сюда, можно сюда. Здесь тоже стрелочки, можно сюда. Здесь тоже, можно сюда, а можно сюда. Здесь провода очень толстые. Если вот они маленькие, а если вот так вместе их соединить, то будет один большой провод. Вот этот провод, вот этот, он идет к блоку, а вот эти провода идут к моторчикам. Всем пока!